Подписчики, всем привет, а мы привет. Тоже встречаем подписчиков. Как вас зовут? Привет, привет, мы Анна. И Андрей. Андрей. Анна и Андрей, привет. Да. Вы из какого города? Москва. Москва. Москва? Да. Вот, да. Передаем привет всем в Москве. Это с нашего второго уже канала. Нравится, как погодка хоть сегодня под вечер. Утром, конечно, прям было жесть. Нет, мы приехали, купались тут. Купали, да? Два дня купались. Ой, мы вчера ходили на пляж, и там, знаете, там прям вообще прям жесть была. Да, тут это постоянно, сейчас же муссоны эти идут. Да, да, да. Март месяц, тут же это, с моря все идут. Он же это... Алания находится, это Кипр идет, вот прямо вот напротив Кипра, ага. И потом Африка, вот тут все идет, и поэтому тут такая погода. Да, да, да. Но тем не менее, мне кажется, все равно теплее и лучше, чем в России, согласны? Вот именно. Нет, в России тоже хорошо. Ну, сейчас через месяцок будет вообще шикарно. Не, ну здесь, конечно, получше. Да, мы вот в Кандиоре остановились, тоже неплохой отельчик. Тихий, спокойный. Мы смотрели сегодня. Да, ну у нас все в режиме онлайн. Что-то у вас там это с едой слабенько как-то. Ну, там не очень большой выбор, но в принципе все есть, что у нас вот это, приходишь, тебе накладывают. А вас как называется? Клеопатра, да? Клеопатра Атлас, да. А, я, кстати, его рассматривала, то есть, как я когда выбирала. Хороший, да? Да, у нас прямо на берег моря выход из балкона. Ну все, я приняла, в следующий раз там обязательно. Вообще каждый день говядина тушеную. И у нас тоже, так у нас тоже прямо. Говядина и все это есть. Да. Ну все. Ну, ладно, все, всего хорошего. Да. Да, привет, привет, пока-пока. Че, Вова? Очень приятное видео у вас, спасибо. Ну, рад, хороший да. Отзыв, это тоже приятно. Кстати, я тоже в World of Tanks играю. Тоже, да? Да. Да? Вот, да. У него ник Леголас 5. Ага, особенно как сердечки увидеть, все, пошли в магазин. Да? Будем с Вованом сардельки. Да, мы с вами едим даже на аппетит. Да, ну все, приятного аппетита. Вот так вот, видите, ходим и подписчиков встречаем. А приятно. Вот так, Ань. Очень приятно. Да. Бежали через дорогу. Ну вот, видишь. Любовь, увидели, вот увидели. Она такая любовь, такая любовь. Не, очень приятно, спасибо большое, к нам подходите, приятно. Мы тут хотим еще, смотрите, вот мы здесь гуляем, и здесь какой-то музей. Тут прям павлины ходят. Павлины мы посмотрим. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Стоимость, кстати, вход 10 лир всего лишь. Здорово, надо посмотреть. А внутри, смотрите, прям эти осколки, ну не осколки, а обломки этих вот... Домов. Так, я плохо знаю русский, давайте, скажите, как он называется. Это саркофаги. Саркофаги? Нет, вы же... Может, саркофаги, может, не саркофаги. Ну, хотя, да, это, наверное, саркофаги. Точно. Это саркофаги маленьких людей. Ну, наверное... Ну, короче, понятно. Не будем уточнять. Сейчас придумаем, да. Все, приезжай в Турцию, приезжай, Турция, да. Ты уже попал, да. Смотри себя на Ютубе, да. Пойдемте сходим, посмотрим. Да. Вот сюда. Там блин платный, да? Ну и что, 10 лир. Ну что, 10 лир на каждый. Все, давай, пойдем. Да, с 8.30 работает до 17.30. У меня еще пока есть. У меня тоже есть. У меня как раз. А там подписано, да, все? Десятка. Десяточка, да. 10 местных рублей. Все? Четверо. Фу. Да. Так. Так, ой, ребят, кстати. Здесь как красиво вообще. А действительно саркофаги получается. Вон там даже этот, смотрите, фонтанчик классный. Здорово. О, здесь можно поиграть. Так, раз, два. Так, подожди. А, извините. Сори. Температуру померить. Я что-то это запрыгнулась. Да. Забыли. Все? Все? Живы будем? Пока еще тепленькие. Так, давай, Вован. Давай сюда. Чего? Шел. Давай, на одной ножке. Давай. Раз, два, три, вперед. Вован главный контент-мейкер. Давай. Может, сразу же поближе. Во. Во, видишь, все может, да. Все может. Следующий, пошел. Нет, Диман, давай. Еще упадет, да? Раз, все. Да. Если не проскать, что не пустят. Проверка на коронавирус. Да. Нет, здорово. Очень красиво. Беседочки такие прям. Дин-дин-дин-дин-дин. Тучи не надо, тучи. Алло. Ключи нет, Гуччи.
Метод Гуччи предлагает. Да? А он туда перелетел? Да, туда, раз и пошел вон, видишь? Фига себе. А это самочка, у нее хвоста нету. Это самочка. А вон они. С хвоста-то это где? Это самки все. А, это вот сам, кстати, Ататюрк получается, видите? Это сам Ататюрк. Вот. Угу. Павлины, мавлин. Павлин, мавлин хочу. С холками, да? Корм немножечко. А где здесь есть это? Корм-то? Где они тут? Только что здесь был. Их только что было очень много. Да-да-да, и куда делись, да? Сейчас мы тебя поймаем. Они хотят остаться анонимными, да? Xbox снимают, вот тыч там. То есть они там в тупике, да? Да, можно в упор снимать. О. А можно туда? Конечно, пойдем. Мы пойдем. Ага, так все, пойдем, проходим. Так, игры. Игры Павли. Они уходят куда-то от нас. А пошли за ними ходить. Да. Ловим павлинов. О, кстати, действительно. Все, тупик? Ага. Никуда вы не тянете. Все поймали. Вот такие вот. Но они здесь как куры ходят, ты понимаешь? Вот как, знаешь, на дворе куры ходят, и здесь они. Подожди, а где вот здесь самец у них? Это же все самки. У самца должен быть хвост такой пышный. Он перелетел через заборот. Нет, там была самка тоже. Стайка. Раз. Тыщ. Побежали. Вон еще одна. Это все девочки. А вот мальчика что-то нету. А где же мальчик? Что, так мальчик пусть уходит. А вон там за забором. Так, ребят, смотрите. Здесь у нас вот такие вот урны. Это, я так понимаю, после раскопок что-то находили. Вот, и здесь у нас, видите, как музей. Есть закрытая часть там, а здесь вот есть открытая. Вход всего лишь 10 лир. Я не знаю, может быть, внутрь там еще вход платный, но здесь вот так вот. Это как саркофаги, получается. Здесь, наверное, прах хоронили. Здесь вот тоже. Здесь таблички разные. А фонтанчик. Не, красиво. Очень красиво. Все очень интересно. Вот это вот статуи. Ну, не статуи, а как это? Колонны были. Мозаика вот тоже. Фонтанчик. Такой античным стилем. Ой, здесь даже рыбки плавают, смотрите. Мы сейчас идем кормить кошек. Вон. О, они там. Это у нас что, Шеба, да? Да. Шеба. Вот здесь у нас, кстати, домик, в котором мы вчера были. Мы теперь уже вкусняшками. Вон, видишь, они? Так, здесь, по-моему, нельзя ходить. Можно. Ну, не знаю, может быть, можно. О, о, видишь, сколько их повылазило, да? Кс-кс-кс. О, смотри, сколько набежало. О, кс-кс-кс. Видишь, у них здесь прям домик. Видишь? Жирный. Угу. Толстенький. Вон еще один глаз. Вон. А, кстати, вот здесь вот кладбище, они на кладбище тоже живут. Животных. И сейчас, кстати, кладбище открыто. Животных? Да. Ну, не животных. Это... А там женщины? Животных? И, блин, так, люди... Аня, осторожнее, у тебя там сзади кот. Чуть на хвост не смотрю. Ой, такой большой. Да, кстати, толстенький. Самый толстый. Да. Что там? Давай. Что, песком они будут едить, есть песком? Подавлю. О, смотрите. Слушай, нормально они Шебу заглатывают. Да. Они консервы едят. Кошачьи эти. А жидкое любят.
А у них, кстати говоря, вот мы тут проходили, у них там очень так много... Вон, видишь, это написано, что нельзя. Вон, они, смотри, прям дерутся, ты смотри. А вот этот какой здоровый, а? Вообще. А это вот такая борзенькая. Гладится. Ну, Тимур, Алёша. Алёши. Что-то они не очень хотят. Какая, понимаешь? Как прям это, длинные волосы, видишь, на холке? Да. Ложку надо. Ням-ням. Ложку надо вот так вот сверни пополам. Можно моей рукой, а не ложкой? Надо. Фу. Так. Передай привет всем нашим зрителям. Вот, да. Ты пополам сверни. Пополам сверни. Так. Сюда сверни. И да, и вот так тоже мать. Да. И что, он себя ближе? Вот с него слизывай. Всего слизывай. Привет. Привет. А это боится, смотри. Так сейчас тут, походу, самый мелкий, самый борзый. Главное, всех разогнал. Это камера шибает. Yes. Самый кстати, мелкий, да. Самый голодный. Да. Смотри, а здесь даже есть камера, которая отслеживает все это дело. Давай слизывай своего друга. Здесь камера стоит еще, да. Иди вон слежи, смотри вот на нем. Вон видишь на нем? Ой! Ты смотри, какая. Ты смотри, а. Смотри, это мой кур. Да. Да. Вот. Голубые глазки. Угу. Классно, да? Вон, голубые глаза. А смотри, как здоровые, да? А посмотри у них на, видишь, на спине какая холка. Кстати, мне написали в комментариях, что вот то, что у них уши подрезанные, это говорит о том, что они стерилизованные. Да? Ты стерилизованный. Давай тоже. Стерилизованный. А смотри, какие глаза красивые. Куда я пошел? Иди сюда. На. Так, давай. Арми. Давай. Будешь? Или ты уже наелась? А? А, не, вон та самая такая. А вон, кстати, вон еще одна есть тарелочка. Ребят, смотрите. Тут кормишь. Вот это, кстати, рыженький такой, подорвался так. Так, давай, там еще есть. Какие-то у них это, они все это. У них иерархия тут, наверное, да? Да. Своя местная. Ну. Давай лучше вот сюда, в тарелочку. Ой, котенок, смотри. Подбежал. Блин, там еще внутри есть. Блин, я их реально всех обкапала. Они все в соусе. Так, давай. Давай. Вот это как подорвался. А та вот прям борзенькая такая, прям ух. Все, так, следующий. Котенок туда подошел. Да, давай. Еще. Ну что, ребята, нужно делиться. А вот этот здоровый прям вообще. Так. Ой. Хватит орать. Лаванская заслуга. У тебя прям из этой вытаскивают. О, еще один, смотри. Так и жидкий, наверное, редко перепадает. Ты видел, сколько там корма насыпали? Да. Хватит орать. О, зачем на хвост наступил? Не наступил. Хвост у него сбоку. Все, хватит орать. Вон эти орут. На, подержи. Все. О, большой допер. Слушай, а смотри, какой он здоровый, а. Он вообще как мутант. Он прям вообще огромный. Да? Кстати, ухо отколото за то, что говорят, что у них это, они стерилизованные. То есть их так помечают. То есть у них у всех, видишь, рваные ухи. Жестоко. Меня бы точно так пометили. Всех накормим. Ухо отстригли. Вкусно? Мукбанг. Вот точно надо назвать кошачий мукбанг, да? Так, расскажите, как ваши ощущения? Вкусный корм, невкусный? Вкусные новые шебы или как? Она говорит, вкуснее стало. Да. Это как это мы. Это как, знаешь, мы читаем. Мы, короче, это зашли на красное-белое, и там есть обзоры вот этих кормов новых, там, всяких китикат, вискас и так далее. И там, короче, народ прикалывался. Стало вкуснее. Прошлый вкус мне нравился больше там и так далее. Обзор на КБ. Да. Вот они. Ты там еще что ли накладываешь?
А, ты там выдавливаешь из этого? Да выдавливаю из пакета, да. Он... Ядовитые продукты для кошек и собак. Я, ну, шоколад, яйца, чеснок, лук. Да. А вон там у них еще сухой. Да, да, да. Ну, вроде всех накормили. Недавно поставили. Сота. Слушай, у меня котяры. Это опасно. Вот у нас фотографии. Конечно, ну все, котиков покормили. Да-да-да. Так, а вот здесь вот у нас кладбище. Так я не помню, по-моему, это кладбище этих домашних животных, если я не ошибаюсь. Что-то типа такого. Но здесь, кстати, очень часто кошки лазают. Мы тогда в прошлый раз смотрели. Вот. Такое вот место. И вот они здесь, грубо говоря, живут. Вот так вот. Ну, всех котов покормили. Нормальным кормом, не просто там. Вон они улыбаются, облизываются, все. Вон там большое что-то. Да. Бунтует. Самый дерзкий это вот этот, самый маленький. Вон дерзкий, видишь, разогнал. Вон, видишь, да? Без хвоста бегает. Самый улыбающийся кот. Кстати, да, без хвоста, смотрите. А он какой-то порог. Да чего ты? Сейчас баба тут это порядки наведет. Опа, тигр пришел. Все, пойду я руки мыть. Ну, вон выкини, вон у урны стоит. Да, давай. Ну, в общем, вот такое вот место. Все, котов всех покормили, ребятки. Все, мы молодцы. Ребята тоже молодцы. Все коты молодцы. Все хорошо. Все замечательно. Мы пришли в этот Starbucks, да. И причем, знаете, здесь требует хэс-код. Тест-код мы сейчас предъявляли. Вот, так что, по сути, видите, в некоторые кафе, в некоторые рестораны, магазины, вот, требуют хэс-коды. Так что имейте в виду, мы сейчас прям показали. Не-не-не, спасибо. Ну давай. Вот. И, соответственно, как бы, видите, и просто вот вы приходите, и, соответственно, требуют у вас хэс-коды. Так что имейте в виду. Ты видел, прям он прям считал телефоном, да, считал, да. То есть RQ-код. А там все показывает, что ты за... Да. А если типа вот ты... ребята прошли, они просто у них померили температуру и все. Кстати говоря, видишь? А у нас не померили, значит, из-за того, что у нас хэс-код. Да, а мы уже прол проверили. Странно, у нас да? Это справка. Иди, ну, да. К хэс-коду идет справка. Вот так справка идет у тебя. Ну да. Вот. Сейчас там прикреплен, да? Да. Это справка. В общем, на телефоне будете иметь с собой. Ребят, смотрите, какой красивый. О, очень шикарно. Вкусный. Очень вкусно, да? Сейчас попробую. Прям вообще сбитые сливки, холодненький такой. Замечательно. Пандемия тоже в эту трубочку. Ставимся. Эту трубочку, да? Вообще замечательно. Да, так можно. Я тоже так тыкала, кстати говоря, ходил. Кстати, заметьте, трубочки у них эти, как это, бумажные. Да. Картонные. Картонные. Вот так вот. Где там мусор? Вон мусор. Мусор. Все. Мы за чистый город. Вот, все. Берем. Все, пойдем. Все, вперед. Без песни. Учимся пить правильно, да? Как всем правильно употреблять? Привет. Как правильно употреблять алкоголь перед пандемией? Не это. А Вова на эльфа похож. С бородой. Да. Круто. Приезжайте в Турцию, ребята. Приезжайте. Да. Я, блин, круче сел. Приезжайте только, если вы спортсмены. Да. И почему? И по витроболу. И мастера спорта по витроболу. Да. Тогда у вас придется играть со мной. Да? Все. Боюсь, в этой игре я проиграю. А вот велосипедистов. Я говорила, что очень много велосипедистов. Да, смотри, вон велосипедист. Я не знаю, их штук 50, наверное, у нас в этом. Может быть, из подписчиков кто знает, что у нас происходит. Да. Кстати, действительно, очень сейчас много велосипедистов. В городе прям очень много. А, вон мы, кстати говоря, в Еврии... Это еще мало, это да? Еще очень мало. Прям вот целый площадку. Ага. Ребята, смотрите, волны сегодня просто жесть. Вчера, кстати, даже меньше были.
Все, по дорожке сейчас пройдем. Прям жуть. Смотрите, какие волны. Вова, дыши. Дыши воздухом. Это помогает худеть. Мне одна подписчица написала, что лучше дышать морским воздухом, помогая щитовидке. Во, ребятки. Вот такие волны. Кто купаться пойдет? А? Кто с нами купаться? Все. Круто. Не, ну очень красиво сегодня, хоть подсветка хорошая. Солнышко. Вот такие вот волны. Так, ребятки, вот оно, море. Вот такое вот море красивое. Вон там девушка даже загорает. Купальники. Ну, красивая такая. Вот. Ну что, море увидели, все увидели, все, что хотели, увидели. И с таким прекрасным видом будем заканчивать это видео. Да. Хорошо? Погода, кстати, налаживается. Погода налаживается. Кстати, а смотрите, здесь съемочная команда. Мы вот думаем, может быть, это те, которые с Джейсоном Стэтхэмом тут это снимают киношку. Может, они тут под съем кадров делают? Кто знает. Может, они тут квадрик уже подняли, кстати говоря, в воздух. Где тут? Вверху. Прям профессионально, профессионально. Смотрите. И вон девчонка ходит, сиськи здесь. Тоже что-то снимает. Так, ребятки, смотрите. У нас тут девушки гуляют. Такие вот интересные. На море. В общем, полным ходом. Отдых в Турции продвигается. И здесь еще у нас съемочная бригада. Походу, снимает какой-то фильм. О, ничего не понятно, но очень интересно. Вот такое у нас сегодня морюшко. Красивичное. Ладно, всем спасибо. Увидимся. Пока.